Ну что ж, теперь можно отыграть пешку. Да еще одну и выиграть. Проверим. Правильно, ладья неуязвима. Вечный шах я имею. Это плохо. Мы сначала лучше отберем на H4, а потом будем меняться. Совсем не дурно для корреспондента. Ну ладно, что ты. Ну лайми. И лаба нахней. Спасибо. Что-то здесь должно быть. Явно плохо. Вот ничего. О, времени мало. Так, 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 так. Итак, непонятно, что делать. Так, 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 так. Неужели ничья? Может, все-таки проглотить пешечку? Да нет, пешечка-то не очень съедобна. Ладья попадет в окружение. Значит, вечный шах? Пожалуй, это было бы самым практичным решением. А почему же он не ходит? Смешная мысль. Совсем смешная, чего только в голову не лезет. Надо же прийти такой фантазии. О, времени совсем мало. Почему он не ходит? На чего я хочу? Кажется, я становлюсь авантюристом. Я обещал Виктору никаких экспериментов. А может, попробовать, а? Нет. Нет, 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 нелепо. Просто преступно ставить на карту все, чего достиг, чего добился. Он уже в цветноте. Почему же он не ходит? Однажды при мне он забыл про часы. Виктор меня убьет за безумие. Никогда не встретится с чемпионом. Никогда. Время мое уходит, его все меньше. А вдруг это к лучшему? Сколько можно бороться? Нет, нет, нет. Надо решаться. Пора. Или вот он, тот ход единственный, который решает всю партию, матч, судьбу. Еще не поздно. Еще можно отказаться. Это будет самое умное. Прости меня, Виктор. Простите все. Это сильнее меня. Сильнее. Проигрывает ладью. Или это жертва? Либо это вспышка гениальности, либо сумасшествие. Король бьет h4, ферзь h2 шах, король g5, f6 шах, король бьет f5, король f7. И не видно, как от мата защищаться. Ну, g3. Черным уже, черным надо сдаваться. Не дурно. Черный проиграли. Партирование размер ферзя. Видимо, матч сегодня закончится.